Петрозаводская слюдяная фабрика имени 8 марта. Тончайшие пластины слюды при обработке требуют предельной осторожности, кропотливости, терпения. Недаром складывались сказы об искусных мастерицах Карелии. Фабрика имени 8 марта – одно из предприятий республики, не имеющих за последние годы ни одного случая рекламации. А ведь без ее продукции не может сегодня обойтись ни одно электро- и радиотехническое производство. Более 20 видов высококачественных изделий выпускает фабрика имени 8 марта.